Привет! Меня зовут Мишель, и если ты первый раз на моем канале, то приятно познакомиться. Сегодня я решила для вас снять видео «Странные, очень странные тренды Инстаграма». Ну, Крис! Такие тренды сейчас очень актуальны, популярны. Ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Я, например, абсолютно вышла из зоны комфорта ради этого видео, поэтому смотрим, что из этого получилось. Ну что ж, приступим. Мне кажется, что это гораздо сложнее, чем всем кажется. Я специально не накрасила свои брови, чтобы я могла сделать себе классные wavy eyebrows. Я, если честно, даже не смотрела инструкцию, как их рисовать, если она есть. Поэтому импровизация! Это просто нереально сложно, хотя это выглядит очень легко. Но это не так. Ну, я, конечно, не Игорь Синяк, чтобы рисовать идеальные брови, но как вам? Во-первых, если люди так реально ходят по улицам, то это странно. А во-вторых, это невероятно сложно рисовать. Я не представляю, вот каждое утро просыпаешься и идешь рисовать wavy eyebrows. Далее я себе буду делать на бровях перышко. Мне кажется, в этом видео мои брови страдают больше всего. Брызгаю расческу для бровей лаком. Фиксация 5 из 5. Я надеюсь, мои брови мне это простят. Перышко гораздо легче делать, и мне кажется, что лучше получилось. Они просто пипец как застыли. Они такие твердые. Я очень надеюсь, что это смоется потом. Далее мы с вами попробуем glitter eyelids. Это тоже такой тренд, когда ты наносишь блестки себе на века. С Богом. О, господи, боже мой. Вы тоже этим занимаетесь дома, да? Ну, знаете, по крайней мере, это лучше, чем волнистые брови. Я еще нанесу блеск, чтобы оно лучше крепилось. Ну и для полного лука, чтобы быть супер модной чиксой из Инстаграма, нам осталось сделать губы. Вроде бы я губы нормально сделала, но сейчас тренд в Инстаграме делать неаккуратные, небрежные губы. Синяк бы поспорил. Сейчас мы сделаем лолипоп липс. И теперь уже красим вторым слоем по контуру. Вот и мои лолипоп липс. Знаете, перевод этого тренда — это когда ты пососал чупа-чупс, но мне это больше напоминает, когда ты поел жирненький шашлычок на природе. Ну и чтобы дополнить наш сегодняшний тренди мейкап лук, как бьюти-блогер из Инстаграма, я сделаю wavy eyeliner, потому что этот глаз у меня не накрашен. И наш лук официально готов. Вы знаете, я сама себя пугаюсь, когда смотрю в зеркало, потому что я похожа на какого-то клоуна из страшного фильма. Девочки в Инстаграме сто пудов обрабатывают свои фотографии так, чтобы это выглядело красиво. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и пока! Даже если все будут против, и трудности вокруг с каждым шагом, просто поверь, ты все сможешь.